Ми вітання, шановні телеглядачі. Ми сьогодні з вами будемо говорити на тему номер один в світі. Саме на яку, та ви вже здогадалися. Я з великим задоволенням сьогодні вітаю в студію професора, доктора медичних наук, депутата Одеської міської ради Левона Нікогасяна. Доброго дня, пане Левон. Добрий день. Дякую за те, що знов завітали до нас, щоб поспілкуватися на дуже важливу тему. І ця тема номер один, вона в світі під номером один. А ми з вами її сьогодні оголосимо саме так. Чи готові медичні заклади Одеси відбити наступ коронавірусу? Чи готові, пане Левоне? Ви більш за нас знаєте. Розкажіть, будь ласка, нам, телеглядачам. Ви знаєте, дійсно, сьогодні Всемирна організація здравоохранення вже об'явила коронавірус як пандемію. Тобто це спочатку була епідемія, а зараз іменно пандемія, тому що більше 500 тисяч вже людей заболіли даним заболіванням. І ми бачимо, з якою швидкістю дане заболівання розпространяється по всьому світу. И сегодня Бог миловал, что в Украине еще нету такой скорости распространения, и мало, по сравнению с другими европейскими странами, малое количество людей именно диагностировано это заболевание. И я надеюсь, и практически на 99,9% уверен, что наша, это прежде всего инфекционная больница, готова ответить данному заболеванию, и она... Те усилия, которые делает городская власть, и те средства, которые выделены городской властью на закупку оборудования, на закупку препаратов именно, на защитные средства для медицинских работников. И это все, и постоянно, каждый день мы видим, проходят совещания, и идет постоянный мониторинг, что еще необходимо дозакупить. Но видя, что во всем мире сегодня происходит нехватка как лекарственных препаратов, так средств защиты, костюмов, масок, очков. Столкнулся с этим весь мир, не ожидал, что будет вот такая вот проблема. И сегодня вот именно этого всего происходит нехватка по всему миру. Но Одесской городской властью, департаментом здравоохранения происходит постоянная закупка. Каждый день происходит закупка. Несмотря на выходные, вечернее время проходят совещания. И постоянно идет закупка именно в инфекционную больницу. И я уверен, что инфекционная больница готова сегодня на 100%. Якщо будуть відбуватися вже, ну, поодинокі випадки, на жаль, вже відбуваються, і, ну, медичні заклади зустрічають, так, цю хворобу, вони чимось, вони вже підготовлені, щоб відбити цю атаку. На сьогоднішній день поки 5 случаїв тільки офіційно зареєстрованих, і інфекційна лікарня сьогодні вона готова от повністю, і все, постійно закупаються і лікарні препараты и средства защиты. На складе только коммунального предприятия создан склад именно более 100 тысяч одноразовых масок, более 30 тысяч респираторов закуплено, бахилы закуплены, шапочки, костюмы постоянно закупаются. То есть это стратегический именно тот объем, вне зависимости от того, сколько еще пополняется в самой инфекционной. Это уже есть. Да, это уже есть, уже сегодня закуплено и уже есть, и постоянно пополняется в саму инфекционную больницу. Це турбота з боку влади. А що може сама людина для себе зробити, щоб, ну, не захворіти, або щоб попередити своїх рідних? Що від людини сьогодні, від наших мешканців з вами залежить? Чи залежить щось від них? Конечно, зависить прежде всего от каждого из нас. Потому что те меры, которые принял прежде всего Одесский городской голова, ограничительные меры. Вот если каждый из нас будет себя в чем-то ограничивать, а в чем надо себя ограничить? По возможности люди, которым старше 60 лет, постараться не выходить на улицу, уменьшить свое общение. Дети, которые сейчас в школах, в институтах, везде объявлен карантин. Сидеть дома, не начинать выходить в парки. Сейчас погода начинается, весна именно такая яркая наступила. Очень много людей мы видим, выходят с детьми в парки и начинается. Зачем тогда карантин?
Вот спрашивается, вот вчера яркий такой пост в Фейсбуке был с фотографией наших деток, мам, родителей в парке с детьми. Зачем тогда государством объявлен карантин? Вот именно для того, чтобы ограничить. Вот мы, если смотрим на опыт, допустим, Италии, итальянцы тоже поначалу так отнеслись, знаете, нас гуляли, это пройдет, да. Гуляли везде, и сегодня мы видим результат. Сегодня пока еще нету такого количества заболевших у нас в городе. Объявлен карантин, надо сидеть прежде всего дома. Если выходить на улицу, только по необходимости. А людям, которым свыше 60 лет, если нет необходимости, читайте книжку. То лучше читать книжку. Заняться домашними делами, которыми ви не займалися довге час. Відкладали у довгий куток. Конечно. Собі. Пане Левоне, давайте, може, ну я сумніваюсь, але може хтось не розуміє, що таке слово карантин. Давайте більш детально от зараз розкажемо, що не можна. Ви вже почали розповідати, що не можна робити. А що робити, якщо є необхідність, як це робити? Ось давайте ось по пунктах зараз розкажемо нашим глядачам. Вот спасибо за данный вопрос, он именно актуален сегодня, чтобы люди, многие люди не понимают, зачем, вот многие спрашивают, и меня есть, и я вижу в интернете, спрашивают, зачем объявлять карантин, если у нас всего в городе зарегистрировано 5 случаев, вот когда будет 105 случаев, тогда... Но мы не сможем предотвратить, если мы сегодня, ведь это передается воздушно-капельным путем. Дальше проведены исследования, что более 8 часов, если вы коснулись лифта, не обработали после этого руки, в более 8 часов живет этот вирус еще. И заразиться можно вот при контакте, просто так. Поэтому и объявлен карантин, чтобы не было распространения данного вируса. Если нету необходимости, надо сидеть дома. Если вы уже вышли на улицу, как можно чаще обрабатывать руки, мыть руки просто банально мылом, как можно чаще мыть руки. На расстоянии находиться друг от друга, метр друг от друга. Если вы вышли в продовольственный магазин за продуктами, в каждом сейчас мы видим, и спасибо торговым сетям, выставлены дезинфицирующие средства. Как можно чаще обрабатывать руки. Стараться не касаться слизистой глаз, лица, потому что таким способом вы с рук не обработали руки, передаете и вы можете заболеть. Вот, но самое главное, по статистике мы сегодня видим, что более молодое поколение людей, оно переносит как респираторное заболевание. Но более старшие люди, у которых есть хронические уже заболевания, очень много именно у старшего поколения людей свыше 60 лет летальных случаев. Именно вот у них есть хронические заболевания и присоединяется воспаление легких. И именно среди этого населения количество смертей гораздо больше. И я обращаюсь сегодня, пользуясь случаем, именно к людям, которым свыше 60 лет, постараться как можно больше сидеть дома, не выходить без надобности на улицу. Сегодня городской властью именно для таких людей будут продовольственные наборы. Вот категории людей, у кого есть социально незащищенных, городская власть будет по домам развозить продовольственные наборы, самое необходимое. Постараться, вот пока карантин, сидеть дома, читать книжки, смотреть телевизор. Це дуже важлива інформація саме для того, що, як ви вже казали, і ми вже розповідали неодноразово в наших програмах, що дуже багато людей, які відносяться до цього, ну, не дуже серйозно. Я, каже, одів маску, або я поїду на море, повітря, це ж сонечко, це мені тільки во благо буде. Але, на жаль, дива не відбуваються. І це від нас багато що залежить. Ви знаєте, я навіть вчора от замітив, что гораздо больше стало, вчера погодные условия стали лучше, и гораздо больше людей стало на улице. И мне хотелось каждому из них подойти и сказать, зачем вы выходите, что вы здесь делаете. Если государством, городской властью объявлен карантин,
Постоянно городская власть, мэр города обращается к людям. Не выходите, посидите дома. Ведь просто так мы понимаем, что это... И экономика страдает. Как страны экономика страдает, так и бюджета города. Сегодня выделяются огромные средства именно на закупку лекарственных препаратов, на оснащение инфекционной больницы. Только для того, чтобы предупредить. И городская власть делает... каникулы там по аренде, еще почему, по каким-то различным моментам, чтобы как-то было легче предпринимателям. Но люди должны ответственно, это ваше здоровье, посидеть дома. Чи може протікати це захворювання безсимптомно? Пане Левоне, скажіть, ви знаєте, оно по исследованиям, оно по-разному у всіх проявляється. Самое тяжелое, это если уже человек, знаете, у нас, особенно у нас в Украине, люди любят заниматься самолечением, вот так. Поднялась температура, а я прийму что-то жаропонижающее, оно завтра пройдет. Это вот именно тот случай, что завтра оно может не пройти. И именно вы поступите в инфекционную больницу в той стадии, когда уже будет вам необходим аппарат ИВЛ или другие различные тяжелые ситуации. Поэтому у меня просьба, если вы почувствовали недомогание, повышение температуры, сухой кашель, насморк у вас появился, сразу обратиться к своему семейному врачу, не ждать, что я сейчас вот что-то приму, оно пройдет. Сразу обратиться к семейному врачу, и уже сам семейный врач решит, что вам делать дальше, и назначит ті лікарні препарати, які для вас необхідні. Всі дуже побоюються, і це правильно роблять, що побоюються саме наслідків, що ось якщо я захворів, то це все, ну скажімо, я більше не одужую. Але за статистикою, слава Богу, одужують до 95%, скажімо так. Так, це вірно, пане Левоне? Конечно, ми бачимо, що у нас зараз в Україні процент смертності навіть менше 5%. І сьогодні вже 5 чоловік виздоровіло в Україні, які заболіли, і яких офіційно був діагностований коронавірус. Так. И вот мы видим по опыту европейских стран, вот много пишут, что именно те люди, которые поздно обратились в стационары, в запущенном состоянии, именно у тех людей возникали летальные случаи. Чи можна говорити, що цей вірус схож з грипом, і якщо так, по симптоматики ми з вами вже казали, і наскільки себе вберегли ті, хто ну хоч якось вакцинувався від грипу, чи таке умісне запитання? Ви знаєте, именно по симптомам, конечно, он похож, но вот по тем исследованиям, которые от тех людей, интервью тех людей, которые уже переболели, у них, что интересно, пропадало чувство вкуса, один из первых симптомов, и обоняние. Вот эти вот такие два симптома, вот, которые у многих сопровождался и потом диагностировали коронавирус. Еще не проведены исследования по количеству тех людей, которые прошли прививку от гриппа. Еще нету достоверных исследований. Конечно, будут проведены исследования, и мы четко сможем сказать, если у тех людей, которые была проведена прививка от гриппа, меньшее количество заболело, как себя коронавирус повел. Поэтому еще сейчас сказать нельзя. Але вакцинуватися треба. Необходимо. Необходимо. Ви казали про апарати штучної вентиляції легенів. Чи достатньо їх в Одесі? Ви знаєте, конечно, если бы не было бы коронавируса, то не было бы и проблем с аппаратами ИВЛ, потому что их достаточно на город Одесса, их порядка 66. Но, понимая эту проблему, городская власть уже выделила средства, и сейчас, вот в ближайшее время, должны 10 аппаратов еще уже приехать к нам в Украину, потому что сейчас все, мы видим, что все европейские страны и Америка в том числе столкнулась с тем, что нехваткой аппаратов ИВЛ. Потому что никто не думал, что будет необходимо. Но мы заранее 66 на город Одесса уже есть, 9 должно прийти, еще дополнительно 25 аппаратов тоже будут в ближайшее время закуплены, и будет порядка 100 и больше аппаратов ИВЛ на город Одессу.
По симптоматики ви вже сказали нашим телеглядачам, що якщо щось відчули, телефонувати до сімейних лікарів. Ну, на жаль, не всі відповідальні у нас мешканці нашого міста і не всі вклали декларації з сімейними лікарями. Саме для вас, шановні телеглядачі, на екранах ваших телевізорів є телефони гарячих ліній, які працюють. Працюють, пане Львове? Вони працюють круглосуточно, тому, пожалуйста, обращайтесь, дзвоніть в любое время дня і ночі. Но не занимайтесь сейчас, не та ситуация, чтобы заниматься самолечением. Вас что-то беспокоит, вы сразу должны обратиться, позвонить своему семейному врачу. Давайте більш детально ще раз нагадаємо нашим телеглядачам про ту категорію людей, які більш вразливі після 60 років і які хворіють на супутні захворювання. Які це можуть бути захворювання? Хто зараз нас дивиться і, ну, може, хоча б зараз ці слова їх трошки встряхнуть? Во-первых, всі заболевания, которые это любые хронические заболевания. Мы с вами понимаем, что после 60 лет, 60 у кого как присоединяются различные хронические заболевания. И мы видим, что этот вирус поражает и больше летальных случаев именно у людей с хроническими заболеваниями. И для таких людей просьба посидеть дома, пока объявлен карантин. Мы знаем, что карантин продлили до 24 апреля. Вот до 24 апреля будем надеяться, что мы эту болезнь победим. Пик пройдет. И 24 апреля карантин будет снят. И мы пройдем этот с наименьшей, пока Украина меньше всего официально зарегистрированных случаев коронавируса среди таких европейских стран. И пик в апреле пройдет, и 24 апреля карантин будет снят, и мы сможем все уже прийти к нормальному образу жизни. Но пока есть карантин, надо, особенно идут выходные, уменьшить общение, не выходить стараться, тем более раз выходные, ответственно, прежде всего относиться ответственно как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих. Потому что если вы заболели, вы можете заразить всех, с кем вы контактировали. І якщо у вас ця хвороба пройде більш-менш гладко, скажімо так, на домашньому лікуванні, то у когось неізвісно, це може... Ви правильно говорите, неізвісно, як вона пройде у тих людей, яких ви... У рідних ваших, у батьків, які старші звісно, віком. Звісно, у родителі. А неізвісно, з ким ви общались, а неізвісно, з ким ваші родителі общались. Понимаете? И вот это замкнутый круг. И вот от этого сегодня страдают вот так вот неответственно люди в европейских, в Италии, Франции. Мы видим сейчас Испания. Сегодня, по сегодняшним данным, Америка вышла на первое место по числу зараженных коронавирусом. Мы видим, насколько ответственно в Китае люди к этому отнеслись. Собрались и победили. Все говорят, у китайцев другой менталитет, и поэтому они так. А чем у нас менталитет отличается? Мы тоже должны ответственно отнестись, прежде всего, ответственно к самому себе. Если вы даже не относитесь ответственно к самому себе, вы должны ответственно отнестись к своим родителям. Перезвонить сегодня должны своим родителям и строго-настрого им сказать, сидеть дома, никуда не выходить, не придумывать себе за продуктами еще куда-то выходить. Вы должны, пока карантин, отсидеть дома и отнестись, наконец-то, ответственно как к себе, так і к окружаючим. Дай Боже, 24 квітня карантин буде знято, але це не говорить саме про те, що з 24 квітня ми взвеся да розвеся. Знаєте, як то кажуть Конечно. В Одесі, це треба буде також відповідально ставитись. Це не говорить саме про те, що все, маски зняли і пішла душа в пляс. Ви повністю праві, тому що ми бачимо, навіть от в Китаї зняли карантин в місті Ухані, який був істочником іменно даної вспышки. Ми бачимо, знову у них пішли. Вчора було зареєстровано офіційно в Китаї опять 100 чоловік. В Южній Кореї, яка не жаліла средств, іменно, і так вони відповідально теж віднеслись. І у них зняли карантин, і у них опять є заболіванням коронавірусом. И мы не можем, сегодня мировое сообщество, научные люди науки не могут понять, как себя поведет этот вирус. Ведь есть сведения, что все думали, что вот наступит жара,
все, этот вирус жить не сможет, и все, и заболеваемость будет снижаться. Но сегодня ученые говорят, что неизвестно, как он себя поведет, как он будет мутировать и как при температуре. Кто-то говорит, что в октябре опять будет вспышка коронавируса. Никто, это еще не исследованный вирус, и не может никто сказать. И вы правильно сказали, это не значит, что 24 апреля, дай бог, мы победим, и будут все, карантин снят, все, опять обычная жизнь, кафе, прогулки, все. Нет, мы должны все-таки, вы знаете, вот этот карантин должен людей чему-то научить. Слід вже не буде таким, як був. Ми должны понять и начать, вы знаете, мы так легко все относились, и я в том числе, вот так вот все хорошо в жизни у нас, мы сегодня нет заболеваемости, все, мы можем выйти в парк, солнце. Море, солнце, у нас город такой морской, туристов много, и радуемся жизни. А вот сегодня мировоззрение наше должно поменяться, когда у человека наступает ограничение, и мы должны начать ценить то, что мы имеем сегодня и сейчас. І саме цим часом, який призначено під слово карантин, нам треба дати більше того самого часу імунологам, вірусологам, саме щоб для того розробити цю вакцину, яка буде доступна. І їм на це потрібен час. І ви знаєте, я би хотів ще що відмітити, що от в Одесі ще дуже добре, що міська влада уже третий, четвертый год занимается восстановлением инфекционной больницы. Мы помним еще в 2015-2014 году, в каком виде наша инфекционная больница была. И туда страшно было попасть в инфекционную больницу. Здания разваливались. И когда мэр города Геннадий Труханов начал восстанавливать инфекционную больницу, а в других городах закрывали отделение инфекционной больницы, все говорили, зачем тратить деньги на инфекционную больницу. Вообще, может быть, в какой-то больнице сделаем отделение инфекционное и все. А сегодня мы видим, что инфекционная больница – это стратегические больницы, которые не то, что они должны сокращаться, а они должны быть, это больницы номер один. Ведь сегодня инфекционная больница, как у нас в городе, так и в других городах, это первая больница, которая открывает свои ворота. Пане Левоне, ми ще не сказали, 3 хвилини залишається спілкуватися, але ми не сказали, чи є в Одесі тести. Приїхали вони чи приїжджають поступово, щоб можна було діагностувати? Ну от ми бачили, приїхав президентський борт і по різним регіонам розвіз тести. Звісно, їх ще не в достатньому кількості, але обіцяють, що більше і більше кількість. І департамент здравоохранения должен в ближайшее время по своїй лінії провести тендер і получить тести. Поэтому будем надеяться, что в ближайшее время проблем с этим не будет. Но я еще, пользуясь случаем, хочу сказать отдельно спасибо медицинским работникам, врачам инфекционной больницы, медсестрам, младшему медперсоналу, всему медперсоналу инфекционной больницы. Те люди, которые сегодня работают непрерывно и первыми сталкиваются в первой линии. Хочется от себя лично, я думаю, от всех одесситов им сказать огромное спасибо, потому что они понимают, мы видим, что в Тернополе уже 4 врача заразились коронавирусом, еще в других областях, что эти люди не взяли больничный или уволились, а сегодня первыми работают, встречают данное заболевание, им отдельный поклон и огромное спасибо всем медработникам. Хвилина для спілкування. Ваше звернення до наших телеглядачів. Прежде всего хочу обратиться ко всем одесситам, особенно к людям, которым больше 60 лет. У меня просьба, как от городской власти, как от себя лично, оставайтесь дома, займитесь чтением книг, смотрите телевизор. Если вам некому пойти за продуктами, позвоните на телефоны горячей линии, вам привезут продукты домой, но поберегите себя. Дякую вам за вашу роботу, вашій команді, всьому керівництву нашого улюбленого міста. Велика подяка лікарям і всім, хто відноситься до цієї спеціалізації. Ще раз дякую, зустрінемось з вами в ефірі наших програм. Спасибо. Шановні, я нагадаю, що сьогодні в студії ми з Ольгою Мудровою, професор, доктор медичних наук, депутат Одеської міської ради Левон Нікогасян. А ми з вами будемо здорові, будемо притримуватись порад та побачимось.